Hello from China. Привет из Китая. В студии для вас работает Алиса. Китай продолжает свой стремительный рост в развитии блокчейна, облачных вычислений, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Китайский технологический гигант Tencent Holdings в течение следующих 5 лет будет инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие технологической инфраструктуры. Как сообщает агентство Reuters, ключевые секторы инвестиций включают блокчейн, серверы, большие центры обработки данных, суперкомпьютерные центры, операционные системы интернет-вещей, сети 5G и квантовые вычисления, сказал в интервью государственным СМИ Доусон Тонг, старший исполнительный вице-президент Tencent. Будьте в курсе последних мировых новостей вместе с нами. До скорого!